Всем привет-привет! Ну а у нас на фоне сегодня таинственный игрок. Жду в комментариях, кто же это такой. Как вы знаете, многие открывают сразу золотые ключи, но простые игроки, такие как я, ну еще много, видимо, золотые ключи копят именно на Новый год, чтобы там все разом открыть и там же покрутить призы. Ну, видимо, этому человеку очень сильно нужен блохиш, так как десятая печка, видимо, у него уже есть. Смотрите, что выпадет. Ну и, конечно, я сам офигел от таких классных призов. Лайк с вас, конечно.